Всем привет, играем в Фазмофобию Соло Кастом с аниме. Тут сегодня мы снова на нашей опасной миссии. Задание получить бронзовую награду, коэффициент 15. Бенджамин Декстер, соль, сфотографировать на правильный микрофон. Так, а чё я набрала вещей, как будто я иду на обычную миссию? Хотя я иду на необычную, я, между прочим, иду на 15 коэффициент. В прошлый раз удача была к нам не особо благосклонна. Я запутала саму себя. Так, у меня запись-то идет. Угу. А вот и атака. Запутала саму себя. Надеюсь, в этот раз будет получше. Пойдемте слушать, где призрак. Пока не слышу нигде. Только искрит. Призрака не слышно. В середурке тихо. Наверное, он в одном из крыльев, либо правом, либо левом. Руки не должны чесаться во время охоты. А, охота кончилась. Тогда можно. Руки нам могут понадобиться. Мы тут вообще-то благовоние несем. Так, ну давайте в этот край пойдем. Здесь можно встать красиво, однозначно. Мне показалось, или что-то упало? Призрак идет? Да. А где? Проблема заключается в том, что я не поняла, откуда он пришел, потому что он шел из-за закрытой двери. Здесь дверь тоже закрыта. Так, а откуда он шел тогда? Он, по-моему, снизу вышел, вот здесь вот дверка открыта. Ой, это не очень хорошо, конечно. Но я думала, что снизу. Плохо, что мы потратили благовоние, в принципе, впустую. У нас даже такого задания-то не было, да? Ну, ничего страшного, ничего страшного. Пойдемте попробуем вниз зайти. Но дверь, по-моему, была закрыта. По-моему, была и правая, и левая закрыты вниз. Но сейчас левая открыта. Я думаю, что он идет. Какие страшные все-таки звуки. Мне кажется, что он идет отсюда. Да, вот смотрите, дверь тоже открыта. Причем идет он так шустро, что я, честно говоря, даже не знаю, это 150-я скорость.
Вон он. Так, это однозначно скорость быстрее того, что должно быть. Морой. Он очень быстрый. И он быстрый, даже когда меня не видит. Соответственно, он, ну, это не ревенант. Если я сейчас выпиваю таблетки... В принципе, я поняла, как бы, откуда он идет. Я, наверное, смогу найти комнату сейчас, не тратя благовония, потому что мне бы, конечно, не хотелось сейчас тратить еще одно третье, потому что мне совершенно точно придется его использовать. Он меня тупо сожрет. Мне показалось, что это был морой. Как мне это проверить? Ну, в целом, у меня три... этих самых три улики. Поэтому, если это морой, мы просто получим все улики и пойдем во свояси. Но это однозначно быстрее, чем просто 150. Пойдемте попробуем найти комнату в том крыле, из которого он вышел. Я думаю, что у нас уже и так круг сузился достаточно, ну, активно. Здесь-то мы уж как-нибудь найдем. Комната дурочки. Сюда, я думаю, он шел. Собственно, и двери тут нараспашку. Опачки, нолик. 0,7. Минусовая. Так-так-так. Well, well, well. Круг сужается. Я предлагаю на мороя нести улики сразу. Блин, гастуха. Ну, извини. Котик я сбросила. Мороя будет очень сложно сфоткать. Причем Радику мне сейчас вообще лучше не... Блин, он меня же проклянет и через этот, и через направленный. И у меня будет такое снижение рассудка. А у меня задание с направленным микрофоном. Блин, морой. Какой же ты геморрой. Соль еще. Не самое удачное, конечно... что могло бы мне выпасть, но окей. Отнесем пока блокнот. Вот прям просто так, удостоверимся. Надо посмотреть, что там по нычкам. Блин, морой. Почему не Диоген? Хотя Диоген бы меня сожрал бы. Первую охоту еще, потому что я забилась в угол даже в ту сладостную секунду, когда бы я поняла, что это Диоген, он бы меня просто бы сожрал, я бы уже не успела ему ничего противопоставить, потому что, ну, сами понимаете, дверь дернул, скотина. Свою дверь дернул, вот скажи мне, пожалуйста. Вот давайте еще раз, вот я фоткаю.
Это взаимодействие. Ой, все, отстань. Так, блокнот. Ну, пиши. Я считаю, что ты морой. Отлично, спасибо большое. Но в соль хорошо бы наступить. Так, я вот еще раз фоткаю. Ничего. Опа, пошел, пошел, пошел. Окей, окей. А с блокнотом-то что? Целом я, наверное, могу потратить. Больше мне не понадобится. Я больше вот этому всему не доверяю. Я пойду и возьму УФ-фонарь. Если это не морой, то это кто? Это может быть мимик. Может быть, вполне. Но, по-моему, он и в первую атаку был агрессивный. Шустрый. Так, здесь я могу спрятаться, но меня там закроет, скорее всего. Фотка хорошая, маленькая. Если мне брать направленный и радику, мне надо их взять и использовать в один присест, чтобы пойти и съесть таблетки. Поэтому я сейчас, наверное, возьму камеру и дотс. Да. И буду молиться, что он меня сейчас не сожрет. УФ не хочу пока брать. Не хочу. Я знаю, что он меня очень сильно подвел в прошлый раз, но не хочу. И МПшку пока не буду брать. Если не морой. Хантуха не может быть, он был быстрым вообще везде. Тем более у Хантухи сейчас баг, он вообще летает как Формула-1. Я бы его даже не разглядела бы, если бы Ханту хотел бы меня в минусовой догонять. Кстати, на тот момент, когда это видео выйдет, возможно, этот баг уже исправили. Окей, окей, окей. Но это должен быть морой. Из тех, что там есть, никто бы так не топил. Соответственно, что? Я сейчас пью таблетки. Да. Иду с направленным микрофоном. Стою там до упора и молюсь, чтобы Морой не начал охоту, потому что просто захотел. Если вдруг я все выполняю, если он очень быстро на меня реагирует, дает мне знак, направленный микрофон, то я, собственно, спасена, если... Все нормально будет. Все будет нормально. Табу на удачку. Давай, Радику. Проверим. Просто удостоверимся. Но должен быть морой. Я могу, кстати, где-нибудь по дороге зафиксировать вдруг. Я, наверное, не буду пока включать. А то вдруг я здесь как-нибудь случайно поймаю какие-нибудь сигналы из космоса, начну разряжаться, и в момент, когда я приду в комнату, я уже буду на нуле. Это будет очень сильно неприятно. Блин, я все еще жму shift в робкой надежде побежать, но нет. В этом челлендже бежать мне запрещается. Давай, призрак.
Помоги. Сделай все красиво. Прошу тебя. Ты молодой. Сейчас были бы очень большие проблемы, если бы он не показался, мне надо было бы его сфоткать. Это прям могло бы вылиться в настоящую трагедию, потому что тяжело фоткать там какого-нибудь условного фантома, но быстрого призрака, который к тебе на всех парах несется, это тоже как бы хорошего, веселого мало. Все, я проклята мороем. Таблеток у меня нет, но я куплю по дороге в аптеке, сниму с себя проклятие и поеду домой отмечать свою наградку. Мне кажется, челлендж выполнен. Я сделала все, что должна была. Три задания, Морой, фотография призрака — это одно из заданий. Кость я не нашла, но кость не требуется для этого челленджа. Собственно, мне надо было получить ответ через радиоприем. Я, кстати, не знала, что мне надо было. Собственно. Та-т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 а. Вот она моя. Эх, моя прелесть. Просто череп моей мечты. Вот так вот, ребятушки. Повезло, наверное, с призраком. Да, пожалуй, что повезло. Мог ли он меня сожрать в первые две охоты? Да, мог. Рефлексы, удача, ну, какой-никакой скилл, и вот, пожалуйста. Я, кстати, не посмотрела, за сколько я это прошла, но, по-моему, сейчас я посмотрю просто, сколько запись идет. 17 минут, меньше 20 минут, получается, понадобилось мне, чтобы выполнить этот челлендж с коэффициентом 15. Что ж, будем стараться, попробуем в следующий раз, может быть, пройти на серебряную наградку, а там, глядишь, и до золотой недалеко. Спасибо всем, кто смотрел, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на донейшлерс в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока.